Но мы надеемся, что вам понравилось творчество французского композитора, что вы продолжите свои с ним знакомства. Концерт завершает концертная рапсодия «Цыганка» для скрипки с оркестром в исполнении Анны Савкиной и Дмитрия Калашникова, лауреата международных конкурсов. Но перед этим я хочу поблагодарить вас за внимание, за теплый прием, за то, что вы пришли сегодня. И приглашаю вас на следующий концерт нашего цикла посвящения, который пройдет 9 апреля 2017 года в 19:00 в этом же зале, в зале Мясковского. И вашему вниманию будет предложено творчество Франца Шуберта. Вот. А теперь рапсодия «Цыганка» для скрипки и фортепиано в исполнении ряда определенных конкурсов Анны Савкиной и Дмитрия Калашникова.